проходили спарринг-партнеры специально для него по боксу, профессионалы то проходили, он их ронял. Было случай одному, просто с джабом сломало вот это место. Почему ты не дашь Нгану по себе попасть? И как это можно сделать? Ну, я, наверное, дам по себе попасть. Привет, меня зовут Вадим Тихомиров. Как и все в эти выходные, я посмотрел бой Стипи Миочича и Фрэнсиса Нгану. Потом, как и мои коллеги, поговорил с Александром Волковым. А потом мне очень хотелось найти нужную интонацию для интервью Волкова. Я вспомнил, что осенью мы говорили с бойцом Насурдином Имавовым. Имавов выступает в UFC, живет во Франции и помнит Нгану человеком, который только-только подписался в UFC и приходил на боксерские спарринги в зал в Париже. Сейчас он расскажет, что бывает, когда бьет Нгану, а потом мы узнаем, что о тех же самых ударах думает Александр Волков. Поверьте, так правда получается гораздо страшнее. Вы начинали заниматься боксом во Франции. Сейчас есть очень известный боец UFC, который занимался боксом во Франции. Это Фрэнсис Нгану. И вот, судя по Инстаграму, вы с ним знакомы. С 2016 года, когда переехал я в Париж, мы начали тренироваться в MMA Factory. Нас Фернанд Лопес, тренер, заметил. Мы там остались. Дальше тренировались. И вот так Франсис был. Ну, он тоже там тренировался в тот момент, до того, как уехал жить в Америку. Вы стояли в спаррингах с ним? Да, да, нормально. Просто нельзя, как говорится, не имеешь права ошибиться. Нельзя получить удар. Очень сильно осторожничал. И нормально. Я здесь, как говорил. Значит, все нормально. Какой у него и какой у вас был вес тогда, вот когда вы спарринговали? Нет, тогда вес небольшой был такой. У меня вес 79 килограмм был, не больше. А потом уже на 83, когда я с ним стоял, на 83-84 максимум было. У него в тот момент за 120, так было где-то, 120 килограмм. У вас были нокдауны, когда вы с ним спарринговали? Не так сильно нокдауна не было. Я, как сказал, очень сильно осторожничал. Нельзя было пропустить от него пушки, наверное, маленькие. Он часто ронял кого-то на тренировках? Вот если не брать вас, а вообще, ну вы же видите, как он спаррингует. Да, у него очень сильный удар, как вы видели, очень мощный. Даже проходили спарринг-партнеры специально для него по боксу, профессионалы то проходили, он их ронял. Было случай одному, просто с джабом сломало вот это место. Угу. А с кем вообще сильнее всего он зарубался, скажем так, вот, то есть был ли какой-то такой спарринг, когда, знаете, весь зал приходит на это посмотреть, потому что понимают, что будут искры, как говорят? Ну, это бывало, когда вот, как сказал, не одноклубники, а с другого зала, когда проходили, бывало, зарубался, одного-двоих он из них отправил нокаут. Магомед Исмаилов с ним дрался на одном турнире, когда приезжал драться с Фупопакамом во Францию. И он говорил, что было видно, что Фрэнсис, ну, очень беден, что вот прямо от него исходит ощущение, атмосфера человека, который буквально живет на улице. Чувствовалось ли тогда это, что вот условно у него практически там последние деньги он вынужден тратить на тренировки? Может, вы ему помогали финансово как-то? Когда мы приехали в MMA Factory, у него все было, тогда у него все было хорошо. Уже выступал в UFC в то время. Не пробовали ли вы, поскольку вы дагестанец, организовать ему там сборы по борьбе? То есть, условно, с кем-то договориться, чтобы он съездил там в тот же Хасавюрт, в ту же Махачкалу и с кем-то из борцов потренировался? Не было такого. Но он так не считает. Он не считает, что у него проблемы. Он считает, что он хорош во всем. Не сказать, что он борец, не сказать, что он хороший борец, техничный. Он, конечно, бороться не умеет, но у него и силы очень много. Почему ты не дашь Нгану по себе попасть? И как это можно сделать? Ну, я, наверное, дам по себе попасть, скорее всего, потому что моя философия бойца заключается в том, что ты выходишь на бой, ты по-любому пропустишь несколько ударов, даже если соперник самый слабый. Это, в принципе, мы видели по бою с Нгану даже тогда, когда он заканчивал бои очень быстро. Он сразу пропускал навстречу, там, когда двигался вперед. То есть в любом случае пропущенные удары будут. Вопрос, под какими углами увижу я эти удары или нет, и в какой момент, где я буду находиться, то есть как атаковать или защищаться, или как Нгану в это время будет стоять. Это второй вопрос. Конечно, я понимаю, что даже от него мне придется удар принять. И даже по поединку Миочича с Нгану первому, мы видели, что Нгану все равно, что Миочич пропускал удары и их выдержал. И сейчас мы видели, что Миочич какие-то удары пропускал и выдерживал их, несмотря на то, что, по-моему, до этого он бывал на нокауте, если я не ошибаюсь, от Штруа, что ли. Он был нокаутирован. И Кормье тоже нокаутировал его. То есть, ну,
Главное, его не сумел вырубить сразу. Нужно понимать, что я пропущу удары. Вопрос, как моя голова на это среагирует. Александр Шлеменко говорил, что некоторые люди боятся драться с нокаутерами, и реально есть такая проблема, что когда ты дерешься с нокаутерами, тебя это немного гипнотизирует. Ты начинаешь думать, что, ну, зажимаешься чуть-чуть. Думаешь ли ты, что это тоже может стать проблемой? Ну, во-первых, в тяжелом весе почти каждый боец то ли нокаутер, то ли нокаутер. Я дрался с Авериевым, дрался с Харрисом, у которого у Харриса все победы, которые есть, все вообще в основном нокаутами. Вот, я дрался с Льюисом, который получилось мне попасть под конец, но тем не менее я себя чувствовал достаточно свободно до последнего момента. Поэтому я к этому привык, я привык к угрозе. И очевидно, что да, когда дерешься с человеком, у которого есть сильный удар, с этим приходится считаться. Намного сложнее драться даже на спарринге, спарринговать с тем, у кого есть удар, чем те, у кого нет удара. И рисунок поединка сразу меняется у любого спортсмена, даже на спаррингах. Это очевидно. Тем не менее, это часть нашего спорта. Когда я подписывался под это все, я должен был понимать это. Поэтому здесь какого-то смысла там сейчас не принимать бой из-за этого, или не выходить, или избегать его нету. Вот наоборот, я просто не хочу заниматься шапкозакидательством, как бы кого я выиграл. Слишком банально звучит от всех бойцов. Но, тем не менее, у меня есть понимание, как я мог бы выиграть Нгану. Нет бойцов непобедимых. На любую силу есть еще большая сила. Я думаю, что возможность с ним подраться, выиграть его у меня будет. В том виде, в котором делает Мёчич в первом бою, маловероятно. Потому что так низко ноги я все-таки не прохожу. Но завязать за поединок в клинче вполне возможно. То есть для меня, может быть, намного удобнее было бы работать в клинче с Нгану. Тем более сейчас я достаточно большой, вот, сил у меня хватает, и работа в клинче – одна из моих любимых работ. И в клинче как раз Нгану бы не смог размахивать своими ударами. Возможно, что это одна из была бы тактик, если бы мне не получилось избегать ударов на дистанции, работать именно в клинче.